Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика, 4 класс, автор Чекин, часть 1, задание 63. Во сколько раз нужно увеличить число 10 тысяч, чтобы получить миллион? Запиши в тетради соответствующее равенство. Итак, 10 тысяч нужно увеличить в несколько раз, чтобы получить миллион. Миллион – это единица с 6 нулями. Вот миллион. Что значит 10 тысяч нужно увеличить в несколько раз? Это значит, 10 тысяч нужно умножить на какое-то число, и чтобы получил миллион. 10 тысяч – это единица с 4 нулями. А миллион – это единица с 6 нулями. Тогда что нужно сделать с вот этим числом единица с 4 нулями, чтобы получилась единица с 6 нулями? Нужно дописать 2 нуля. А в каком случае, при каком умножении мы к числу дописываем 2 нуля? А только в том случае, если мы это число умножаем на 100. Тогда по правилам умножения на 100 мы должны приписать 2 нуля к числу. Ну и тогда у нас получится число единица с 6 нулями, число миллион. Таким образом, наш ответ. Чтобы во сколько раз нужно увеличить число 10 тысяч, чтобы получить миллион? Ответ. Число 10 тысяч нужно увеличить в 100 раз. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.